Заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков выступил с докладом перед присутствующими. Он рассказал, что некоторые торговые объекты города не только выглядят непрезентабельно, но и мешают свободному проходу жителей. Это в первую очередь касается палаток, где торгуют овощами и фруктами. Продавцы зачастую выставляют коробки за пределы торговой площадки и загромождают ими дорогу. И это не единственная проблема. После окончания трудового дня на месте таких объектов остается мусор, камни и поддоны. Предприниматели попросили вывозить за собой эти отходы, ведь на машине, которая привозит торговые конструкции, можно забрать и весь мусор. Предложили решение, которое позволит не загромождать коробками проходы. Для этого есть специальные стеллажи для овощей и фруктов. При этом администрация надеется прийти к пониманию с бизнесменами и не применять к ним штрафных санкций. Еще один вопрос, который обсудили с предпринимателями, это заключение договора аренды. С теми, кто осуществляет сезонную торговлю, оформляют соглашение на определенный период. С другими бизнесменами на 3 года. Если кто-то хочет поставить торговую палатку, он должен направить письмо на имя главы города. Далее вопрос будет решаться в других инстанциях. Ирина Нурматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.